Всем привет, друзья, с вами Рима, сегодня у нас очередная серия Subnautica. В прошлой серии мы успели много чего сделать, скрафтили нож, сделали сканер, и, кстати, вне серии, не помню, в серии или не в серии, я сделал себе вот такой вот маяк. А радиомаяк — это для того, чтобы, если мы там найдем какое-нибудь нормальное место, где есть очень много разных интересных ресурсов, мы этот маяк туда поставим и назовем его, например, как ресурсы, либо еще что-то. Давайте выкинем все лишнее, да, сначала, закинем, наоборот, сюда. Кварц, медь, вот так вот сделаем, и все, вроде бы, да, да, все. Яйцо какого-то существа тоже я взял, не знаю почему. Короче, ладно, поехали. Сейчас сначала все это выкинем. Не нужен нам кислотный крип. Образец коралловой плиты оставим. Наша задача — найти сейчас, дорогие друзья, медь мы уже нашли. Мы, кстати, скрафтил вроде бы вне серии антирадиационный костюм, или в серии, не помню. В прошлой серии, короче, много чего мы с вами сделали, если честно. Поехали. На корабль. В корабль пока идти не будем. Нам надо сначала найти серебро. Серебро — это очень-очень важно. Где это серебро находится? Кстати, я еще пыльцу нашел. Насколько я помню, не помню. Вроде бы пыльца есть. А, я ее израсходовал. Хорошо. Надеваем скафандры. Всем вам приятного просмотра. Так, это нам не надо. Медь, медь, медь — это хорошо. Погнали, друзья мои, в этот. Чуть-чуть подальше проплывем. О, солнце садится. Не солнце, а звезда. Это у нас другая звездная система. Вы шо? Путаетесь, что ли? Блин, сейчас будет сплошная темнота. Мы вообще ничего не увидим. Римас ночью не снимай, да? Тихо, братан, тихо. Нормально все. Тихо. Не надо меня щекотить. Не надо. Ух ты, боже мой, а что с ним? А почему здесь весь какой-то разноцветный? У него что, реально какие-то проблемы, что ли? Хорошо. Скорее бы же уже этот мотылька бы сделать, блин, и на мотыльке уже сделать. Кстати, мы с вами ничего не сканируем. Это тоже очень плохо. Это очень плохо. Вот у меня вот эту штуку. Ура! Урна! Урангур. Урна. Урна сейчас быстренько просканируем. А что это за урна? Я впервые ее вижу. Во! Мы какую-то урну нашли. Я не знаю, что это такое. Мы даже кислотный крип с вами не просканировали в прошлой серии. Вы видите, какая жесть просто. Так, фрагмент сборщика. Транспорт. Сканируем, отлично. С этой стороны ничего нет? Нет, нет, ничего. Хорошо. Убираем срок, чтобы быстрее плыть. Сколько у нас там? Половина кислорода осталась, да? А это что такое? Не сканируется, да, вроде? Вроде не сканируется. Ладно. Всплываем. Сейчас утонем еще. Так, нам надо вот в ту сторону плыть. Серебро, 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 серебро. Красный биом, насколько я помню. Ну, где красные водоросли и прочее, прочее. Так. Тихо, тихо, ребят, тихо. Не надо мне бить-то сильно. Не надо бить сильно. Сборщика транспорта. Просканировали. Хорош, хорош. Медная руда. Да, здесь ничего такого интересного нет, к сожалению. Слушайте, а мы можем взломать эту дверь? Это интересно. А давай я тебя просканирую тоже, браток. Он застрял, смотрите. Так, ладно, всплываем. Всплываем, всплываем. Дамажит-то, а? Сталкеры-то. Сталкерек-хитерек. Римасенка не любит. Фрагмент зарядного устройства батареи. Тоже сканируем. Один из двух. Прекрасно. Так. Фрагмент сборщика транспорта. Есть. Вот еще что-то мы можем просканировать. Да не надо меня бить. Отлично. Отлично. Морской глайдер. Да ладно. Это просто прекрасно. Это очень хорошо, то, что мы его нашли. Ладно, ребят, давайте тогда отсюда свалим пока что. Нам надо вот, вот где-то примерно вот в эту сторону плыть. Блин, ночь, конечно. Когда звезда-то появится? Звездочка. Появляйся, пожалуйста. Будь ласкова, да?
покажи мне свое личико. Ну, ладно, раз уж звезда, давайте будем ее солнышко называть. Что там? Медная руда. Свинец. Не, нам свинец не нужен. Эх, какой красивый спутник, да? Луна просто красотища. Ой, ребятки, я ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? Какая красота, да? Темный экран. Ладно, сейчас подождем. Может быть, что-нибудь появится сейчас. Солнышко, наконец-то. Что-то, походу, я не туда залез. Да, это у нас это другой биом. Ребятки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Не надо мне жрать. Я вас не боюсь. Я вас не боюсь. Походу, я не туда забрел. Летим в другое... Плывем, вернее, в другое место. Нам бы глайдеры сделать бы. Поскорее. Раз мы уже его открыли. Но для этого тоже нужны, насколько я помню, компьютерный чип нужен. Мы уже, кстати, 684 метра. Больше, чем половина километра мы, ребята, отплыли. Ух ты! Да мы уже в остров... Видим. Остров — это очень хорошо. Походу, я не туда заплыл, походу, да. Ладно, сейчас посмотрим, что мы здесь. Может быть, интересно будет. Медь, медь, медь. Короче, везде медь. Везде медь. Ну что, к острову пойдем? Не, рано, рано еще. Давайте обратно отплывем. А, в противоположную сторону поплывем лучше. Вот в эту сторону. От нашего корабля. До Авроры, мне кажется, еще рано идти, да? Нам надо хотя бы глайдер скрафтить себе, чтобы быстрее передвигаться. А лучше вообще мотылек найти, сделать. Чертеж, вернее, найти, собрать его полностью. И все. Ты, какой же ты жесткий. Ну-ка, вот это вот что такое мы можем просканировать? Сейчас он мне, походу, цепанет за задницу. Я уклонился. Уклонился, ремоседок. Пушку. Хорошо то, что просканирует. Тихо. Давайте просканируем. Не хочешь? Ну ладно, не на. Так, это остров. Нам надо в эту сторону плыть. Погнали. Как мы быстро плывем? Ну, конечно, в игровых мерках это очень. Это нормально. А вот в реальных мерках, конечно, мы сильно быстро плывем. Там, знаете, вот. Если бы в реальной жизни так плавали, я бы не знаю. Я бы сейчас так сильно раскачался. И выдохся бы уже давно. Да. Какая-то у нас сегодня серия получается исследовательская, да? Кстати, давайте лишнее уберем тоже. Во, я, кажется, нашел это место. Вот здесь как раз у нас будет полно серебра. Ну, очень много. Так, я вижу там выступ. Это нам выступ не нужен. Что, он нас преследует? Нет. Не преследует. Отлично. Нифига себе. Во, пожалуйста, ребята, серебро нашли наконец-то. Да ладно, не прошло и года. Так, эти у нас штучки плюются в нас. Хорошо, отводим. Отходим. Вроде бы еще что-то добавили. Да, это, кстати, биом довольно... Ух ты, нифига себе, там наши эти старые друзья. Видели, да, их, ребята? Да, здесь довольно глубокое место, поэтому... Ты моя красавица. Как ты красиво пищишь-то, а? Гудишь, вернее. Тихо, братан, тихо. Нормально все. Все нормально. Вот он, еще не выступ. Ой-ой-ой-ой-ой, как жестко подлагало-то. Во, серебряная руда еще одна нашлась. Нет, здесь уже граница. Ладно, плывем обратно домой. Не домой, а на поверхность, потому что здесь слишком глубоко, к сожалению.
Ранний доступ, апрель 2017. Да, это сборка апрельская, но у нас уже май. Я знаю, что там можно еще участвовать в бете. Альфа-бете, да. Бета-патч, вернее. То есть патч раннего доступа. Я в курсе. Ну, я уже в свое время сильно много играл в эту игру. Вне записи. Привет. Не надо мне бить. А, мы уже это дело сканировали, да. К сожалению. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я вижу выступы какие-то. Кстати, выступ теперь не одинаково выглядит, как раньше. О, золотишку поймали. Отлично. Так, всплываем. Да, нам надо глайдер найти. Срочно. Прям с ручником, ребята. Но не хватает, не хватает. Я знаю, что можно еще один этот взять. Баллон себе скрафтить. Ну, зачем? Занимать себе лишнюю эти? Каких там? Место? Не надо. Вот он еще один выступ. Это золото. Ну, золото, блин. Золото не надо, братья. Я не знаю, мне золото не нужно. Мне нужно сейчас пока серебро, поэтому не надо мне же золото. Вот, серебро есть. Ну что ж, мне кажется, пора нам всплывать уже. Плыть домой потихонечку. Надо, кстати, место запомнить. Типа здесь есть серебро, да? Примерно. Сейчас мы тогда маячок сюда поставим. Пока что временный. Маячок, маячок, маячок. Короче, вот так вот можно ставить его. Чипуль. И назвать его, например, как мы его можем назвать-то? Маяк 1, серебро. Готово. Все. То есть, сдалека мы будем видеть, видите, вот такую вот картину. Типа, здесь у нас есть серебро. Маяки очень важная вещь, то есть, важные вещи, вернее, они не дадут вам потеряться. Понимаете, вы можете по маякам спокойно, запросто, без каких-либо трудностей ориентироваться по этой огромной местности. Например, там нашли какую-то пещеру, да, вход в пещеру 1, вход в пещеру 2 и прочее. И маяки, они довольно быстро крафтятся, там вроде бы медная проволочка нужна, да, и не помню, еще что-то. Может быть даже просто, как его, титан, да. Титана ты тут бери не хочу, тут очень много титана. Так, друзья, пока мы плывем домой, давайте по ходу дела еще возьмем себе какую-нибудь рыбочку, найдем. Опа. Морской, ну давайте, ладно, титан добудем. Мы уже его открыли, этот морской глайдер. Возможно, даже в этой серии мы с вами сделаем и глайдер себе, да, чтобы быстрее передвигаться. Так, первая рыбка есть. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Где еще рыбки есть? Еще рыбки есть. И еще одна рыбочка, прекрасно. Нам надо этот. Ну, обедать-то надо чем-то, да? Где пузыри? Пузыри, пузыри. Вы где? Пузырь. Я пузыря не вижу. А, вот, вот он. Вот он, мой красавчик, диска. Мне нужна водичка. Все. Все взяли, все сделали. Сейчас быстренько перекусим. У нас инвентарь сохраняется автоматически. Берем аптечку заранее, чтобы она регенерировалась, да, потихонечку. Делаем себе воду сначала. Ой, как хорошо. И пожарим себе рыбочки. Да, перекусить. Перекусить-то надо. Ну, давайте еще одну водичку съедим. Выпьем, вернее. А, игра сохранилась. Это радует. Ну и посмотрим, что теперь мы можем сделать здесь. Так, глайдер. Глайдер у нас батарея, смазка и медная проволочка. Слушайте, да... Ничего не надо для него. Я думал, еще и этот надо, да? Ладно, хорошо, сейчас сделаем. Медную проволочку. Сейчас, походу, нам надо еще и... кислотный гриб сделать, так взять, вернее. Мы его выкинули, да? Один, два, три, четыре, пять. Пять штук возьмем. Три батарейки сделаем. У меня вроде бы еще... У меня вроде бы один кислотный гриб есть. Был, да.
да, да, насколько я помню. Так, ладно, давайте начнем с батареи сначала. Один. Два. О, и можно сделать, в принципе, еще компьютерный чип. Отлично, отлично. Так, энергоячейку делать не будем. Давайте вспомним, что еще для гладера нужен. Так, смазка и медная проволочка. Так, ага. Мы, короче, медную руду не взяли с собой. Один, два. Здесь есть. Вот так вот. А вы боялись. Даже юбка не помялась. Так, и смазку делаем. Насколько я помню, смазка у нас делается с... Так, нам надо в эту сторону плыть. О, видите, серебро, ребята. 382 метра от нас. Очень хорошо. Подождите, а где эти хрень-то? Водоросли-то где? Как мне их найти-то? Нам надо, походу, в эту сторону плыть, да? Что-то я их не вижу. А, вот они, вот они. Я их вижу. Вижу, наконец-то, пузырек. Пузырек-хитерек. Это я забираю. Так, сталкерек-хитерек тоже здесь появился. Нам надо избегать с ними встречи. Я знаю, что их можно переключать временно. Но пока что этим заниматься не будем. Ну, не требуется. Нам их зубы пока не нужны. Вот, когда зуб нужен будет, тогда будем их собирать. Так. Все. Он что-то... Я от него сумел уклониться, ребята. Интересно, медную проволочку можно найти? О, да, мы нашли, 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 нашли. Руду, вернее. Все, погнали. Сейчас сделаем, ребята, глайдер. И это будет просто невероятно. Мы сейчас будем намного быстрее передвигаться. Даже сможем вполне такие, знаете, довольно в дальние расстояния уходить, дабы добыть разные интересные ресурсы. Ну и по ходу дела будем еще и сканировать. Да, я знаю, что здесь можно сканировать рыбки, все это дело. Я сейчас не хочу терять на это время. Чуть позже займемся этим делом. Рыбки пока что сканировать мы с вами не будем. Так, смазочку делаем. Отлично. И... Ой-ой-ой-ой-ой, наконец-то гладер мы с вами сделали, дорогие друзья. Все, готово. Включаем свет. Так, сколько у нас? У нас две батарейки, да, есть? Да, одна и вторая. Ну что, мне кажется, теперь наша задача сделать нам... Нам надо ремонтник сделать обязательно. Ремонтник и строитель. О, строитель у нас готов. Да ладно, я же не думал, что у нас строитель не готов. Отлично, ребята, отлично, просто обалденно. Так, нам надо теперь магний найти, я не знаю, не помню, где это находится, да, серный порошок камикадзе, без проблем можно найти, может даже и не париться. Давайте водичку себе сделаем, пока рыбка-то не испортилась. На всякий случай. Все, погнали. Во, вот это видите, да? Вы это видите, ребята? Это просто обалденно. Так, строитель, что мы можем сделать? Нам надо многоцелевую комнату открыть, а для этого все-таки нужно пойти на остров и все это дело просканировать. Мне кажется, в следующий раз, то есть, так, что это у нас, аквариум даже мы с вами открыли, изготовитель есть, а вот многоцелевой комнаты, к сожалению, у нас нету. А я ее буду делать, да, я ее буду делать, потом, попозже, и, возможно, мы с вами стройкой займемся. Хотя, давайте пока что начнем строительство. Возможно, вы со мной не согласитесь, но я сейчас попробую начать строительство. Закинем. Пока что серебряная руда нам не нужна. Пока ее сюда закинем. Кварц нужен. Свинец не нужен. Медная руда не нужно брать с собой. Угу-гу. Кварц. Стекло обязательно нужно сделать с собой. Тоже. Сейчас. Ну, давайте резину еще возьмем. Чтобы она нам места много не занимала. Так, один.
2. Все, готово. Теперь у нас есть место. И забираем все необходимое. Так, свинец это ЕС, это ЕС, это туда-сюда. Сигнальная ракета. Давайте возьмем, вдруг темно будет, да? Римас, ночью не снимай. Дизлайк, отписка. Все, вроде бы мы все взяли. Давайте сделаем хотя бы промежуточную базу поближе к серебру. Да, мы сейчас туда поплывем. Где там на глайдер? Чипуль, чипуль, чипуль. Даже в самой глубине. Построим, знаете, такую пока что маленькую базу. Найдем, конечно, нормальное место. Чтобы мы там могли нормально, вполне обалденно передвигаться. А что я его не слушаю? У нас глайдер, походу, забаговался. Он теперь звуки не издает. Новая мода глайдера. Да, он у нас звуки не издает, зато есть свет, освещение. Огни можно включить. Так, ну что ж, где мы с вами будем? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Братан, тихо. Тихо-тихо. Вот, смотрите, довольно ровное место. Ну, относительно ровное место. Да мы можем, в принципе, в любом месте. О, я услышу. Гладер у нас заработал. Теперь он у нас пропал с рук. Нормально, да? Братва, отойдите, а? Я не хочу с вами сейчас драться. Иди отсюда. Иди отсюда, ядрит твою налево. Так, ладно. Делаем фундамент. Фундаментейшн. Обязательно. Так. Хорошо. Дальше сделаем. Ну, примерно вот так вот. Отлично. Люк. Выбираем глайдер. И давайте подышим. Нам бы маяк еще сделать, чтобы свою базу не просрать. А то я помню, как-то построил. Нихера себе, он обалдел, что он за мной прыгнул. Видели, да, ребят? Это жесть просто полная какая-то. Так, ладно. Да, в принципе, базу серебро, база. Можно, в принципе, этот маяк просто передвинуть и переименовать, и все. Так, у нас здесь воздуха нет. Какая обалденная музыка пошла. Давайте пока что... Да тихо, не мешай это, пожалуйста, а? Не надо. Так, кислород у нас пока не поступает. К сожалению. Потому что у нас... А, ночь наступила. Вот такая вот маленькая база, ребята. Пока что временно, да? Нам надо ящик поставить. Временно ящик поставим. И будем ждать ночь. А, день, вернее. Я в курсе, я в курсе. Фух. Вот она база. Давайте сначала этот маячок поближе к базе поставим. И назовем его база, как раз здесь есть серебро. Все. Забираем маячок. Маячок, маячок. Дай тебя съем. Не ешь меня, я твой маячок. Тихо. 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 Где маяк-то, ёпты? Да достали вы меня уже, а. Чипуль. Переименовать нам надо его. Да ладно, что ты будешь делать? Чипуль. Ну-ка, давайте кинем освещение. Может, они забоятся? Я отсюда. Мы его отогнали. Да, ребята, они боятся освещения, походу. Так, тихо. Хорошо, понял. Нам надо специальные ласты еще взять, которые регенерируют электричество. Блин, когда дадут свет-то, а? А,
Они, походу, блин, не боятся. Я думал, они боятся. Да, оказывается, нифига им насрать на это дело. Так, давайте еще одну. Батарею солнечную сделаем. Когда появится солнышко... Так, все, кварца нет у нас, да? Все, поехали домой пока что. Ждать. Пока не станет светло. Что-то освещение, что-то быстро прям. Заканчивается. А у нас там есть аптечка, нам надо аптечку взять с собой. Как раз перекусить бы не помешало нам. И водичку попить. Хотя воду можем сразу попить. Освещение выключаем, чтобы батарея быстренько не расходовалась. Ну что ж, вот как-то так. В этой серии мы с вами, ребята, уже глайдер себе сделали. А я в прошлой серии вроде бы сделал себе и костюм антирадиационный. Прекрасненько. А, построили такую маленькую пока что базу под названием Серебро. А, и сейчас солнышко выйдет. А, во, энергоснабжение уже все восстановлено. Давайте все-таки сейчас быстренько возьмем все необходимое. Так, это забираем. Нам надо сделать еще изготовитель. А для изготовителя... Что нам нужно? Комплект проводов и компьютерный чип. Компьютерный чип у меня вроде бы был. А, или я его израсходовал. Да, я его израсходовал. Ну, давайте, ладно, сейчас тогда попробуем сделать хотя бы комплект проводов, либо компьютерный чип. Да что ты можешь делать? Комплект проводов есть, а компьютерный чип нет. Медная руда и образец. Стоп. Компьютерный чип раньше нужно было для... Вроде бы серебро, да? А сейчас у меня золото. Обрез, образец и медная проволочка. Ну, давайте сначала комплект проводов сделаем. И... Медная проволочка и два образца сделаем. Все, у нас будет готов изготовитель, ребята. Это просто обалденно. Мы столько успели в этой серии. Такого давно не было. Уримасенка, поросенка. Так. Образец, образец. Один. Два. Вроде бы я все сделал правильно. Ёптать. Привет. Прыгун. А ты хорошо прыгаешь-то, интересно? Попрыгунчик, попрыгунчик. О, хорошо прыгает. Так, пока у нас там заряжается все, нам надо еще кварцика взять с собой. Все, сделаю компьютерный чип, дорогие друзья, и у нас все готово. Да, насколько, может быть, меня память изменяет, но насколько я помню, раньше, когда делал компьютерный чип, для этого нужно было серебро, а не золото. Не знаю, возможно, я не прав. Так, ладно, давайте возьмем кварц. Кварца нет, возьмем воды, возьмем батончик еще с собой. Сигнальную ракету брать не будем, огнетушитель. Ну, возьмем на всякий случай. Не знаю, нужно для этого, не нужно. Давайте все забираем. А там дальше разберемся. Нам надо кварц найти. Нам надо найти кварц сначала. Так, и вот эти шняги тоже подобрать. Для батареи. Все, батарею мы с вами возьмем, да? Так, вот первый кварц. Где же кварц? Нету? Ладно, по пути найдем, по ходу дела. Погнали домой. На нашу новую базу. Здесь ничего нет. Вроде бы все нормально. Вроде бы мы все вполне отлично справляемся, да? Блин, кварца не вижу. Вот убей. А вот еще кварц вижу. Вижу, вижу. Привет! Квартирек, хитерек. Металлолом тоже возьмем. Сталкерок, кстати, хитерек, любит металлолом тоже брать. Ладно, погнали домой. Ой, какая музыка-то красивая-то, а. Аптечку возьмем. Давно мы с вами не сохранялись. Нам бы сохраниться не помешало бы. Да, я знаю. 30 секунд. За 30 секунд успеем, интересно, доплыть, нет?
Воу, привет. Все, ребят, у нас тут кислород поднялся. Кстати, кислород быстрее начал пополняться. Раньше он медленно пополнялся вот в таких вот базах. Не знаю почему, какая причина была. Ну, ладно. Так, ладно, достаем строитель, делаем изготовитель. Прям как складно ремасенок сказал, да? Потом мы его разберем и переставим обязательно. Давайте пока что сюда поставим. Стоп, 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 стоп. Как отменить? Как отменить? Как отменить? Q, разобрать. Давайте лучше сюда его поставим. Временная база называется. Как хорошо. Как это прекрасно. Так, сразу сделаем титан. Нам бы расширить хотя бы базу немного, да? Давайте возьмем стекло. Во, магний! Магний, магний. Для чего нужен был магний? А, его же собирать не надо, его надо этот. Да, я вспомнил. А что я хотел-то? Магний. Ремонтный, да? Ремонтный, да-да-да. А, серный порошок камикадзе осталось найти, и у нас ремонтный инструмент еще будет. Вот он о чем, Михалыч. Я-то думал, блин, магний надо искать. Оказывается, его не надо искать. Его надо просто... Так, давайте лишнее выкинем пока что. Свинец. Волокно. Все. Погнали строитель брать. И строить. Будем, ребята, строиться. Подождите. Сколько строим мы будем строить? Так, здесь у нас ГТ... Это плохо. Это плохо. Разбираем его. Мы его не туда поставили. Небольшие технические неполадки, дорогие друзья. Не переживайте, мы все исправим. Скоро-скоро. Вот здесь будет у нас строитель. Чипуль, все нормально, погнали. Так, и с этой стороны мы с вами сделаем прямой отсек. Можно сделать, да? Можно сделать вот эту вот шнягу. Вот так вот. Потом сделаем еще многоцелевую комнату. Обязательно, обязательно. Когда у нас будет... Так, ну давайте еще один... Стоп, не надо нам люк делать. У нас, нам один люк хватит. Давайте лучше сделаем... Кварц, кварц, кварц нужен. Нужен кварц. Братан, уйди. Не хочу с тобой общаться. Я с тобой не разговариваю, я обиделся. Кварцерек, хитерек. Здесь у нас нет, да, кварца? О, привет. А ты плюешься, да? Давайте я просканирую. Чипуль, чипуль. Отходим. Все, прекрасно, просканировали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, попали. Все-таки зараза-то, а? Попали, попали. Ну что ж, друзья, вот как-то так. Я надеюсь, вам понравилось данное видео прохождение. Ждите продолжения. Обязательно мы с вами продолжим скоро. Ну, я с вами прощаюсь, но ненадолго. Желаю вам удачи и до скорых встреч. Не забываем про лайки. Ну и, конечно, если вы впервые, то обязательно подписывайтесь. И да, ребят, присоединяйтесь в нашу группу, если вы есть в ВК. Группа, ссылка в описании этого видео. Обязательно присоединяйтесь. До скорых встреч. Всем удачи. Оу-оу. Вот так вот проснешься и услышишь такие голоса, да? Обалдеть. Просто херечь. Всем пока.